Ежегодно в профессиональном педагогическом колледже проходит традиционный смотр готовности студентов к летней педагогической практике. Для многих лето ассоциируется с морем, солнцем, а для студенческих педагогических отрядов, работающих с детьми в летний период, это время активного творческого труда, поиска новых форм работы в детских коллективах. Смотр проводится на конкурсной основе, которую оценивают компетентные члены жюри. Подготовка идет тщательная, еще с зимы они начинают подготовку. И вы сегодня видели, как прекрасно они подошли к этому дню, какие номера подготовлены, как маршировали, шагали. Просто на душе стало радостно. И мы встречаем лето вот в таком великолепии. И надеемся, что они будут помнить, что с первого дня они берут ответственность за жизнь и здоровье детей. И ни на минуту не оставят без внимания своих маленьких друзей. В профессиональной подготовке будущих педагогов педагогическая практика занимает особое место. В задачу студентов входило подготовить интересные сценические номера, которые будут оцениваться отобранными членами жюри. Основная цель проводимого мероприятия – это научить планировать и организовывать летнюю педагогическую практику, реализовать профессиональный и личный потенциал, также развивать и закреплять умения и навыки работы с детьми летом. Попрыгаем на месте, шагом вперед вместе, обратно по кабине, покатимся сердины, и руки поднимем, опустим, поднимем, опустим, поднимем, да, и друга обнимем. Летняя педагогическая практика позволяет активно реализовывать подход в образовании будущих педагогов. Так работа развивает у студентов умение ставить воспитательные задачи и решать их в совместной работе с детьми, планировать результаты собственной деятельности. Основная трудность, по словам студентов, заключается в формировании детского коллектива в условиях короткой практики. Несмотря на отсутствие опыта работы с детьми, студенты, как правило, стараются находить контакт, используя индивидуальный подход. Бурлия Цамбиева, Тагиб Магомеднабиев, информационная программа «Пульс».